В Нерюнгри утверждена стратегия социально-экономического развития района до 2030 года с применением проектного управления. Документ поддержали местные депутаты на сессии Нерюнгринского районного совета. Кроме того, народные избранники рассмотрели вопросы внесения изменений в устав Нерюнгринского района. Приняли изменения в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Прогнозируемый дефицит бюджета Нерюнгринского района на текущий год составит 78 миллионов рублей, что не превышает предельно допустимых значений. Все мероприятия проходят согласно нашего регламента и устава муниципального образования Нерюнгринский район. Я уверен, что 2018 год у нас будет таким же плодотворным и хорошим в плане законотворчества. У нас приняты две поправки Госсобрания ЛТУМЭН, которые внесены были Нерюнгринским районом Советом депутатов. И на сегодняшний день мы продолжаем нашу работу.